я жаба, и меня все устраивает. Абсолютно все, я довольна своей жизнью, у меня все хорошо. Есть все, о чем может мечтать жаба. У меня замечательная семья. Наверное, когда говорят слово «замечательный», в этом всегда есть какой-то подвох, но это не про меня, у меня все хорошо. У меня прекрасные родственники, тети, дяди, братья, сестры. Миллион жаб в нашем кругу. Они все меня любят, заботятся, и все мы работаем как один большой слаженный механизм. Вместе квакаем, вместе охотимся на комаров, вместе вводим мальков в теплый заводе. Нет, все в порядке. Мне все нравится. У меня есть муж. Он хороший, он очень хороший. Может быть, он так и не смог узнать меня настоящую. Или не захотел. Но он замечательный. Я точно знаю, что он заботится, может быть, понимает это как-то по-своему, он заботится обо мне, я чувствую это. И я знаю, что если вдруг надо мной нависнет рука судьбы в виде мальчишек с трубочкой, которые хотят меня надуть, я знаю, что он тут же выпрыгнет из пруда и заслонит меня своим телом, как будто в этом будет какой-то смысл. Нет, мне все нравится. Да, это каждый день одно и то же. Та же вода, те же жабьи лица, тот же муж. Но я всем довольна, разве я о чем-то еще должна мечтать жабу? Разве что по ночам я вылезаю на свой кувшиночный лист, любуюсь небом, я любуюсь его мглой, непроглядной чернотой, этими звездами. И я думаю о людях, о том, что есть где-то люди, которые оставляют свои дома, свои семьи ради того, чтобы полететь в эту неизведанную мглу. Они решаются на это, они не знают, что там дальше. И вы знаете, у меня тоже есть мечта. Я узнала, что есть такая страна.